Всем привет, и тут привет. Вот сегодня побегал по магазинам, кое-что прикупил. Небольшое видео. Опа. Это магнитики неодимовые. Вот. Для чего это все нам надо? Значит, вопрос первый. Ух ты, цепляется так, что прям... Да что ж такое? Крепкие такие магнитики, вот, цепляются. Для чего вот это купил? Ну, я уже показывал, и на забивалках у меня магниты есть, вот они, магнитики, вот такие, и на пробойниках, и на многом другом. Ну, дело не в этом. Вопрос первый. Значит, неудобство, допустим, я вот понаделал, здесь тоже магнитные эти самые, вот как с этих, господи, чтоб не слетали с машины, на пологих плоскостях приклеил вот такие магнитные штучки на вот эти вот чашечки с грибками, там и с инструментом, который приходится работать. Они даже вот на таких, на наклонных плоскостях хорошо держатся. Вот, продолжая эту тему, так сказать, вот тоже иногда падает, неудобно. Что можно сделать? Взять и засунуть его туда, магнитик. Берем и туда его кидаем. Это 10 миллиметров магнитик, стоит он там 40 рублей. Он не хочет лезть, сейчас минутку. Извиняюсь, видео корявое получается. Ну, вот там он уже у нас есть. И что? Теперь мы его берем. Хоп. И он у нас очень даже вот хорошо даже на расстоянии аж клацает, примагничивается в любом положении. Это очень удобно. Взял, полил и опять поставил. Мелочь, а очень много удобств. Это раз. Второе, вот Максу Шерифу специально посвящается. Когда мы снимаем какое-то видео где-то с дальнего участка, бывает, что камера плохо наводится. Допустим, надо снимать вот это место, да? Ставишь рядышком, так или так. Это офисные такие магнитики, они позиционируются. Что вот эти вот магнитики, это цена 40 рублей, это, по-моему, 30 чем-то рублей. 1-2 вот купил, рядом поставил, камеры уже есть зацеп, и она очень хорошо наводится. Даже вот, если мы увеличиваем, вот, попадает в поле зрения, и все, как говорится, хорошо видно. Макс, это вот тебе 30 рублей, там, или 35, или не знаю сколько, ну, копейки стоит. Вот. И камера будет автоматически наводиться, потому что ей нужна цель. Ну и третий момент. Вот у меня перчаточки такие есть. Я когда-то ходил, занимался. Вот это, чтобы руки не натирать. Ну уже перчатки подустали. Купил вот такие вот тряпочные. Тоже цена там что-то 30 рублей за пару. Кому не нравится, тут даже на перчатках вон, от бортовочки есть такие. Можно пальцы отрезать. Вот такие потеплее, потому что иногда в арках или в каких-то неудобных местах возишься. Можно повредить руки. Вот, и руки запасные не продаются. Вот мелочи жизни. Там на 100 рублей, на 150 можно накупить. И вот эти все мелочи, вот магнитики, перчаточки, надо руки беречь. Они меньше осложнять надо себе жизнь, короче. Вот. И купили, и пользуйтесь в перчатках. Стесняться не надо. Руки, они, как говорится, должны быть целыми, как и все остальное. Вот такие вот маленькие полезняшки. Так что вот, как я, собственно, и всегда делюсь вот такими мелкими, как говорится, вещами, которые облегчают жизнь и работу, делают ее более комфортной. Для этого вот и снял такое небольшое видео. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.